Хоть и не из гранита, но все же памятник. Правда, мало кто обращает на это внимание. А ведь дуб – это почти такой же символ Одинцова, как и олень на гербе. В центре города этих деревьев много. Коммунистическая, на которой мы сейчас находимся, она описана у нашего краеведа Александра Андреевича Пузатикова как путь до театра Маргариты Петровны Грушке. Театр и сад Прометей здесь был с 1901 по 1903 годы. И, конечно же, дубы, которые стоят вдоль Коммунистической, они уже деревья, возраст которых насчитывает 100 лет и более. Когда эти деревья были еще не такими большими, в их тени летом отдыхали знаменитые дачники, балерины, художники и другие деятели искусств. Этот черешчатый дуб – свидетель истории Одинцова. Ему почти полтора века. По дубовым меркам он еще молодой. Такие деревья могут жить не одну тысячу лет. Наши одинцовские дубы растут не везде. Они очень избирательны, как, впрочем, и вообще деревья этой категории. Дуб очень любит определенный состав почвы и чистый воздух. Ему нужны экологически чистые места. У многих народов дуб – символ душевной и физической силы. А экологи бьют тревогу. Этих деревьев становится все меньше. Причины разные, но одна из главных – человеческий фактор. И здесь остается только надеяться, что у горожан хватит сил, чтобы сохранить эти памятники живой природы. Евгения Августина, Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».